1 сентября. Абитуриенты стали студентами. Они пройдут обучение на факультетах авиа- и ракетостроения, аэрокосмический, оружие и системы вооружения, информационные и управляющие системы, мехатроника и управление, международный промышленный менеджмент, международная коммуникация, а также на факультете военного обучения. Это будущие ракетостроители, космонавты, оружейники, конструкторы, программисты, топ-менеджеры, лингвисты, политологи, инженеры, морские офицеры, ученые, академики. Это будущее России. Они выбрали свой вуз. Они выбрали Балтийский государственный технический университет, военмех.